Иван Ильич вышел на вокзальный подъезд и не мог. Рассмеялся. В шагах в 50 на площади стоял длинный ряд извозчиков. Махая с козел рукавицами, они кричали: «Я подаю, я подаю, я подаю! Ваше здоровье вот на вороной, вот на резвой, на дудках!» Лошади, осаженные вожами, топали, храпели, взвизгивали. Крик стоял по всей площади. Казалось, еще немного, и весь ряд извозчиков налетит на вокзал. Иван Ильич забрался на очень высокую пролетку с узким сиденьем. Наглый, красивый лихач с ласковой снисходительностью спросил у него адрес, и для шику, сидя боком и держа в левой руке свободно брошенные вожжи, запустил рысака. Дутые шины запрыгали по булыжнику. «С войны, ваше здоровье?» «Из плена бежал». «Да неужто?» «Ну как у них?» «Говорят, есть нечего». «Эй, поберегись, бабушка!» «Национальный герой! Много бегут оттуда!» «Ломовой, берегись!» «Ах, невежа!» «Иван Трифоновича не знаете?» «Какого?» «С разгуляя, сукном торгует. Вчера ездил на мне, плачет. Ах, история! Нажился на поставках, денег девать некуда, а жена его возьми с поличишком третьего дня и убежали». Наши извозчики всю Москву оповестили о происшествии. «Иван Трифоновичу, хоть на улицу теперь не выходи, вот тебе и наворовал». «Голубчик, скорее, пожалуйста», – приговаривал Иван Ильич, хотя лихацкий высокий жеребец и без того, как ветер летел по переулку, задирая от дурной привычки злую морду. «Приехали, ваше здоровье! Второй подъезд! Пру, Вася!»